Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Нормально? Боится. А? Боится что-то. Кого боишься? Когда микробы сопротивляются, давай сегодня сделаем что-нибудь, чтобы они не сопротивлялись. Как? Ну, пойдем думать. Какую-то надо сегодня нажать нам с тобой кнопку, чтобы все микробы удалились? Я тебе обещаю, что мы сегодня всех микробов, которые у тебя есть, мы их выгоним. И в следующий раз с тобой встретимся аж после Нового года, представляешь? Да. Договорились? Да. Поехали вверх кататься? Кого, фиксиков или смешариков? Ну, давайте фиксиков. Фиксиков, давай. Какие есть зверюхи? Понятно. Это кто? О, Сашка у нас не боится, Саш самый смелый, правда, Саш? На самом деле боишься? Да, вдруг я его неловко щипать будет. Ты боишься, что микроб щипать будет? Слушай, я знаю, обычно микроб щипается, когда мы его поливаем сонной водой. Хочешь, мы сегодня попробуем снежинки взять? Когда мы снежинками зуб засыпаем, микробы не кусают. Вот. Но снежинка может немножечко подморозить зуб. Попробуем? Давайте. Давай. А ты скажешь, что лучше, сонная вода? Или снежинки? Да, кстати, у меня там один сотайский. Да ты что? Если я три сотайских. Три целых? Да, вот. Ух, ничего себе, как он у тебя что-то. Так он скоро вот сегодня-завтра выпадет? Угу. И все вот. Скоро ты его зубной феей, да, отправишь? Ой, и это тоже вот... Да, но я еще не отправляю, я в зубной феи не верю. Ты не веришь в зуб... Ну, правильно, это же дети верят, правильно? Ты-то парень уже взрослый. Уже скоро целых 7 лет. Химиком губки мажем. Давай вареньем клубничным будем щечку гладить. Я буду, знаешь, когда ручки замерзают, мы их растираем, вот, чтобы они согрелись. Я также буду твой зубик растирать. Слушай, какая интересная серия у нас с тобой попалась, прям про фиксиков. И водичкой помоем зуб. Помнишь наш с тобой супергеройский плащ, который помогает нам микробов собирать? На стульчик присели, облокотились, и чтобы зубки тоже отдыхали. Все хорошо? Угу. Ну как, снежинки лучше, чем сонная вода? Да, лучше. Тебе удобно закрывать ротик? Да, только неприятно то, что... Губка уснула, да, немножко? Замерзла? Да. Ну, помнишь, она у нас скоро будет просыпаться. Дать подарок. Ага. Смотри, что у нас тут есть сегодня в сундуке. Да? А это что? А это тарелка, ее можно запускать. Да, пока-пока. Все, приходи к нам в гости. До свидания. Всего доброго. До свидания. Хорошего вечера. Док, поделитесь секретом. Саша вначале боялся сонной воды. Как вы его убедили сделать заморозку? Ну, потому что у нас в детской стоматологии есть много разных вариантов, что сделать зубами для того, чтобы микробы не кусались. Это и сонная вода, и заморозка, и поливаем разными соками интересными. На самом деле это все одна и та же анестезия, просто для детей мы стараемся это поднести как разные процедуры, чтобы они к этому относились по-разному. Собственно, что у нас сегодня и получилось. Он боялся сонной воды, потому что во время, когда мы поливали, микробы его кусали. А сегодня, когда делали заморозку, все было хорошо, микробы не кусали, и как бы ему это больше понравилось. Вот в этом и секрет. Супер!